Киеве еще один милиционер стал жертвой митингующих. Он умер от огнестрельного ранения в шею. Всего, по последним данным, погибли 5 человек. Пострадали около сотни. Большая часть из них – это сотрудники милиции. По словам очевидцев, жертв может быть еще больше. Тела погибших лежат прямо на улицах возле баррикад. Массовые столкновения манифестантов и силовиков продолжаются сразу на нескольких улицах столицы – Грушевского, Шелковичной, Институтской и Садовой. Митингующие штурмом захватили дом офицеров. Останавливаться на этом они не собираются. Причем столкновения приобретают все более ожесточенный характер.